Всем привет, с вами я, Гера, и сегодня мы вместе с Макславером будем играть в Бэдвардс на сервере Hypixel. Привет, друг, Макславер тут! И это не обычный видеоролик, это будет история из жизни, очень интересная история из жизни. Ну, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, вот просто напишите, вам когда-то выламывали дверь там, я не знаю, в комнату или в квартиру, или, я не знаю, еще куда-то, мне будет очень интересно прочитать, поэтому, да, обязательно пишите в комментариях. Ну, а мы приступаем к нашим каткам, поехали! И наша катка уже по Бэдвардсу началась, и надеюсь, то, что у нас сейчас получится затащить, я нормально расскажу историю. Ну, давайте сразу, чтобы я потом нормально рассказал историю. Макславер, расскажи немного про свой канал, а потом я уже буду нормально рассказывать целиком уже историю. Ну, ё-моё, конечно. Ребята, в общем-то, я крутой пацан, молодой, активный, снимаю мини-игры, в основном Бэдвардс, Скайвардс, снимаю выживание крутое, вообще с модами. Вы такого качественного выживания никогда... Подходит. Никогда такого качественного выживания не видели? Просто уничтожаем. Пошли там, на Насако бежит, на Насако бежит. Я умираю, короче, чтобы он нас не сломал. Умирай, только ты не успеешь, думаю, ну давай. Я успею, ты что? Успею. Короче, ребята, крутой я пацан. На канал подписывайтесь, кто-то находится в описании. С Агерой будет много совместок, наверное, в будущем. Поэтому все ставим лайки. Вообще крутые пацаны, девчонки, подписываемся. Агера, вали его. Ничего, у нас высоко строится, лол, окей. Я уже понял. Давай начинай ролик и убивай его нафиг, давай. Что он делает? Я не понимаю, он в паутину прыгнул, он умный. Сейчас у меня еще ВДР возле меня летает. Ну все, короче, ты все рассказал, да? Короче, ссылка на Макславера в описании, подписывайтесь. Вот, в принципе, так, да. Вот, ну все, давайте я тогда буду рассказывать уже историю. Все, убил я этого акву. Короче, история из жизни, да, у нас сегодня такой видеоролик. Я на минуту, можешь подойти по мне. Перед этим я хочу у Макславера спросить вот такой вопрос, вы потом поймете, к чему этот был вопрос. Это Макславер, тебе когда-то вламывали дверь в комнату или в дом, в квартиру там? Слушай, братан, у меня не было таких историй, но я вламывал дверь родителям. Всем другая история, родителям? На самом деле. Да, родителям, помню, они спали, а я что-то выломал. Ясно, но у меня наоборот было, но сейчас я вам все расскажу. Короче, все это было... Зимой. Было это все на зимних каникулах. И в пятницу ко мне мой друг с его братом младшим, ему там 12 было, моему другу 15. Ой, я упал. Короче, получается, они ко мне приехали на ночевку в пятницу, с пятницы на субботу на ночевку. И мы, получается, что-то тусили там до 2 часов ночи, что-то там вроде как гуляли даже. Потом, получается, пришли. Друг моего... Ой, наоборот, брат моего друга лег спать где-то в 2 или в 3, а мы, да, даже в 2 где-то, вот так вот примерно, потому что, ну... Браток, бы... пошли вместе сейчас на кого-нибудь нападем, пока ты будешь искать, потому что... Пошли время к зеленым, а не, у зеленых уже слон, ну тогда... Пошли на меня, я вот сейчас бегу с респа аква, вот просто респа аква, Я вижу. Я крутой, я вам забраню. Да. Короче, получается, на чем я там остановился, вот, значит, получается, брат моего друга лег спать где-то в 2, а мой друг лег спать где-то... во сколько? А, получается, мы с моим другом легли спать где-то в 6 утра. То есть, вы понимаете, мы легли где-то в 6 утра, хотя мы знали то, что нам на следующий день, в субботу, мы там договорились с другими нашими знакомыми там погулять, сходить кое-куда. И мы такие понимаем то, что мы уже мало поспим, такие, ну и пофиг, короче, слушали музыку, играли на компе, общались, и получается... Так, тут синий. Короче... Где-то в 6 до утра мы легли, проснулись где-то в 8 с чем-то, нам моя мама сделала покушать всем нам троим, и получается, брат моего друга поехал домой, а мы с моим другом поехали сонные, просто убитые, поехали к нашим знакомым. Блин, меня чувак случайно задел, короче, синий. Понял. Вот там один вообще без брони будет, а один там, короче, вроде нормальный какой-то. Ну сейчас мне надо этот динамит купить, наверное. Он ко мне бежит. Короче, поехали мы к нашим знакомым гулять, и мы такие уже, вот это было где-то, не знаю, в 11 или в 10 утра, и мы такие думаем, такие, блин, что-то не так, что-то нам нехорошо, ну думаем, такие, ну, наверное, не выспались. И вы знаете, вот когда долго не спишь, такое ватное состояние, так плохо, вот ты, вот когда ты, вот сколько ты максимум не спал? Слушай, у меня был 24-часовый стрим, где-то год, наверное, назад, и я не спал тогда 40 часов. Ого, 40 часов. Мой пик, это было просто жесть на самом деле. Так, сверху прыгает еще один, Мать моя женщина, ну умри, говнюк. Все, отлично, убили мы. Жесть, пошли наверх. Так, срочно выше, чем они могут подбежать, короче, к нам. Зачем? Я вот у них уже... А, они сдохли, просто они мертвецы. У меня динамит, Тимур, можно поставить динамит. Зачем? А, ладно, короче. Я там немножко... Да, я думаю, мы умрем. Я умер. Ладно, все, давай, короче, рассказываю историю. Получается, вот, мы приехали туда, нам что-то нехорошо, такое ватное состояние, хотим просто спать. И мы там вообще договаривались с ними, то, что будем там до 7 или до 8, ну, блин, каникулы, гулять хочется. Вот, но в итоге...
И понимаете, мы как бы спали где-то одинаковое количество времени с моим другом. И нам вот в одно и то же время, где-то в 3 дня, становится дико хреново. Мы такие просто, я смотрю на моего друга, ему так плохо, и мне плохо. И он такой типа: Илья, я сейчас засну. Я такой типа: ой, я тоже, мне плохо. И мы такие нашим знакомым сказали, типа: не, все, мы больше не можем. Илья зовут? Да, меня Илья зовут, в смысле, а что? Приятно познакомиться. Да, ты что, не знал? Я не знал твое имя, серьезно. Сколько уже, Ты серьезно? Минус краб. Да, молодец! Все, сливаем. Дай мой килл, Ясно. Короче, получается, да, мы такие, типа, сонные. Мы им сказали то, что нет, все, мы больше не можем, мы поехали домой, нам нужно спать. Короче, мой друг поехал к себе домой, я поехал к себе, и у меня родители жестко удивились, то, что я приехал там где-то в 4, да, мы в 3 где-то поехали. Броню прокачал, нам теперь на броне защищенная. Ага, молодец. Короче, где-то мы в 4 приехали домой, и мне такие родители говорят, типа: что это, что с тобой такое, что ты так рано приехал, ты же там говорил нам до 8 будешь. Такие смотрят на меня и говорят: ты что-то бледный какой-то. Я такой, типа, в смысле? Они такие говорят: ну ты мало спал, надеюсь, все типа с тобой нормально. Я такой говорю: ну... Мы сейчас красных вынесем, чувак, мы сейчас красных вынесем просто на изи. Давай. Короче, я им такой говорю, типа: ну да, я мало спал, мне не очень хорошо. Да, я сама понял. Короче, я им сказал, типа: мне не очень хорошо, я пойду, наверное, полежу. Они такие, типа: ну ладно. Ну и они тут что-то заподозрили, они сказали, типа: с тобой что-то не то, ты бледный. И типа, они видели то, что со мной что-то не ты так. Ты точно не спал? Ты описываешь другие состояния, точно не спал? В смысле? Ну, не знаю, это шутка про, возможно, будущую взрослую жизнь, когда, знаешь, там люди пьют, и у них потом похмелье. Да нет, мне 20, я... Мне 20, я да уже не понимаю. Да не спал я не пил, ты чё? Ладно, короче, я еще молодой, 14 лет, ты чё? Короче, так, тут красное... Ага, я выжил. Вау, вот это я красиво... Ладно, тут уже не выжил. Ну, получается, да, реально, то есть я родителям сказал, типа, я пойду полежу, они поняли то, что со мной что-то не так, и это очень плохо, то, что они увидели что-то со мной не так, поэтому, типа, их потом это сподвигнуло сделать с моей дверью кое-что. Ну, короче, получается, пошел я в 4 где-то или в 5 просто полежать, то есть у меня не было в планах сейчас заснуть. И я, короче, закрыл дверь на замок, и я просто сейчас понимаю, насколько я тупой, то, что я закрыл дверь на замок. Я, короче, закрыл дверь на замок, лег с телефоном, что-то там лежал, короче, в телефоне что-то смотрел, лежу-лежу, кладу телефон, закрываю глаза, бац, открываю глаза, смотрю в телефон, 2 ночи. То есть вы сейчас понимаете? Красные подвиги там рашить белых, просто спойлер на жизнь. Ой, короче, то есть я просто, я что понял, я просыпаюсь где-то в 2 ночи, то есть я лег где-то в 5, и я не хотел заснуть. Но я открываю глаза, смотрю, темнота, смотрю в окно, темно, ну как в окно, типа с моей кровати там можно было посмотреть, у меня они были не зашторенные. И, короче, я смотрю в телефон, 2 или 3 ночи, я уже точно не помню, смотрю в окно, понимаю то, что, ой, капец, родители не предупредил то, что я спать пойду. И такой думаю, типа, ну все, что я уже поделаю, не буду же я родителей будить в 2 ночи, говорить им то, что со мной там все ок, уже лучше пусть спят. То есть я не вставал, я не смотрел вообще, что там произошло, может там уже, я не знаю, там мировая война прошла, но нет, я дальше думал лежать, спать просто дальше. И... Белый раз? Короче, я, получается, просто дальше продолжил спать, положил телефон на зарядку, продолжил спать. Блин. И потом я просыпаюсь где-то в 10 утра или в 9. Просыпаюсь в 10 утра или в 9. Добей белого, пожалуйста, братан, он на белой респе. Беги, рассказывай, добей его, пожалуйста, на белой. Окей, хорошо, иду я туда. Только мне нужно дорассказать. Ну, короче, получается, я просыпаюсь в 10 утра примерно. Смотрю, в моей комнате батя и мама, они на меня просто смотрят, такие разъярённые. Смотрят на меня, такой спрашивают, типа, что случилось? Они такие, типа, показывают пальцем на дверь. Я смотрю, а там выломанная дверь. То есть, вы понимаете, там вот замок, он как бы, вот он был уже закрытый. И он так то и остался. Они выломали дверь, и ты виноват. Что? То есть, они выломали дверь, а виноват ты, типа, в этом, ну, да? Так виноват я же закрыл дверь. Ну, короче, ну, то есть, получается, минус, мы затащили. И давайте мы перейдем, наверное, на дуэль 2 на 2, и там я уже дорасскажу. Поехали. Так, короче, я закинул у нас 2 на 2 на SkyWars, ну ты же умеешь, да, как бы играть, растащил. Я, чувак, качок. Качок, молодец. Ну, короче, получается, на чем я там остановился? На чем я остановился? Ты остановился на том, что твои родители показывают тебе на дверь, а, и ты да, такой, да, типа, да, да. Ага, показывают они на дверь, я такой смотрю, типа, там, понимаете, вот замок, он так и остался открытым, но он выломанный, то есть он просто, он вообще, ну, вот я не могу это описать, реально, к сожалению, у меня фотки нету, я не додумался это сфоткать. Ну и, короче, кстати, не убивай их, постарайся там как-то время потянуть. И получается, да, то есть я такой, типа, понимаю, что произошло, я им сказал, типа, извините, я, типа, мне было плохо, но блин, у меня, если честно, у меня родители очень добрые, и они реально к этому нормально, типа, отнеслись, они как бы были злые, но я им сказал, типа,
извините, больше такого не повторится, типа, вот. В итоге мне потом через несколько дней сделали нормальный замок, и все было хорошо, но... Я понял? Но эту историю... Там чувак, он не умеет играть в Майнкрафт. Ого. Он не... Боже, ладно. Он просто неотчаянно сделал, это вообще ржака. Попробуй поиграть с ним как-то поинтереснее. Ладно, короче, то есть получается, да, мне потом починили нормально замок, но эту историю я запомнил навсегда, и теперь никогда, когда я просто ложусь на кровать или на ночь, я никогда не закрываю дверь на замок, потому что я просто переживаю проснуться с выломанной дверью опять, и типа я не хочу, чтобы опять на меня так родители сердились. Но опять же, реально, вот честно, у меня родители добрые, вот реально, они у меня добрые. Смешную историю? Вот очень смешную историю, очень быструю, короче. Сейчас, секунду, да, я пастом только вот свою расскажу. Ну, то есть, короче, я теперь никогда не закрываю дверь на замок, когда там ложусь спать. То есть, к примеру, вот сейчас я записываю ролик, конечно же, закрываю дверь на замок, вот. Ну, в принципе, напишите в комментариях, вам когда-то выламывали дверь? Вот просто вам выламывали там дверь в дом или в квартиру или в комнату, мне реально будет интересно. Ладно, давай, рассказывай. Короче, у меня подписчик есть один, он приходит постоянно на стримы и какую-то хрень пишет смешную. И вот он написал один раз в историю, короче, интересно. Прикинь, у него отец военный, и он запрещает ему находиться в туалете, даже по-большому, больше 3 минут. Если больше 3 минут в туалете, то это все, это конец, и его отец его просто наказ забирает компьютер там на 3 дня, на 4 дня. А за что, то в смысле? Больше 3 минут в туалете находится. А что там туалетный... У него какой-то ограничение на туалетную бумагу еще, то есть, типа, больше 3 раз, типа, нельзя отрывать, типа, я не знаю, как это... Блин, а пацану, прикинь, сколько ему, 15 лет, по-моему, или что-то в районе того. Охренеть! То есть, ему, блядь, туалетка есть больше 3 минут, и туалетную бумагу получается. Это же бред просто. Да. Ну ладно, короче, давай записываем это приветствие. И всем спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, что ролик получился интересным. Ну как тебе вообще история такая из жизни? Слушай, это необычная история, ребята, я бы поставил за нее лайк, конечно, подписался на мой канал, потому что я крутой парень, там Бадвар, Скайварс, и летсплей, там крутой, вообще смотрим, за детство не веришь, ставьте лайки, если не понравится, вон, дипом, дрим, все, давай, Гера, желаю подписчикам удачи, и пока. И всем пока-пока.